Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Друзья, приветствую всех с Петербурга. Вот мы сейчас утром приехали в Питер. На удивление, Питер такой безлюдный, утренний. В общем-то, в это время в Москве обычно народ туда-сюда уже и как бы очень много народу. А в Питере... Возьми туда сумку. Да. Да, здесь довольно так безлюдно сегодня утром. Но, слава Богу, такая молитвенная прогулка. Мы благословляем Петербург. Во имя Иисуса Христа благословляем Питер. Вот здесь храм, это костел, да, по-моему, Коль? Да, здесь и костел, и кирха. Вот так вот. Так что сегодня будем в гостях на служение. Вот, слава Богу. Так что даже на служение, на разных собраниях будем в гостях сегодня. Здесь, в Петербурге. И на Александра Невского, там на площади, вот, служение. И здесь, на Большой Конюшиной. Все, с Богом, благословляю всех вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. 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 Шалом, мир всем.